восстановилась у нас погода. Погода, в принципе, замечательная. Это единственное, что радует во всем происходящем. Собственно, это, наверное, был редкий случай, когда о непогоде в Израиле узнали во всем мире, потому что в связи с этим была отложена наземная операция в секторе Газа. По крайней мере, так нам объявили. Друзья мои, многие из моих зрителей спрашивают по поводу моих концертов. Дело в том, что в ближайшие дни, через несколько дней, у меня начинается тур. У меня будут концерты на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании. И многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально, да, аэропорт работает практически все время. Не все авиакомпании летают, но Иляль летает, и несколько вариантов есть вылета. Поэтому не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем – это святое. Так что до встречи через несколько дней на концертах.